пойдем. Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень важно. И мы с тобой слышим вообще имбовую музычку. В общем, вышла модификация на Скибиди. Минус. Вы помните, да, в чем прикол этой модификации минус? Просто капец. Ну, бойфренда и подружку мы уже 100 раз видели в таком обличии. Но, боже, ну Скибиди, это, конечно, ребята, я прям... я прям не ожидал, честно. Боже мой, ну ты просто погляди. Так. Хорош, хорош. Новая, ребята, новая эволюция. Ты гляди, ля, почему... А что с экраном? Почему левая сторона как-то... Не, нормально, нормально. Ля, ушастенький-то, гляди какой. Господи, ну чё у него с зубами? Вот так просто смотришь на это жесть. Чисто как будто кожаные зубы, боже мой. Вот я не знаю, ребята, в чем прикол, но пока что именно топовые модификации на ФНП Скибиди не запилили. Ну, кроме этой, конечно. Да, ребята, это из всех, конечно, это имба. Тут не поспоришь. Хорош, хорош. Ну, что сказать, конечно, вот именно тут именно скин изменился, и боже, ну блин. Как же он выглядит? Ребята, готовьтесь, потому что следующая модификация... Ну, вы будете в шоке. Вы будете в шоке. Я сразу вас предупредил, ребята. Ля-ля, как будто 200 раз уже запустился, у меня Friday Night Funkin. Так, уже ощущение, понимаете, да, понимаете? Трэша немножечко. Так, ну хорошо, начало бодрое, скиб. Итак, покажите нам это сокровище, вот эту модификацию. 3, 2, 1, go! Так, ну уже неплохо, ребята, но один вопрос. 7 минут, 8 минут. Реально вот такая музыка будет? Не, ну это балдеж. Это балдеж определенно. Ой, хорош, братик, давай. Слушайте, ну... Такое я еще, по-моему, не... Ой, брат, не надорвись, погоди! Бля, чё у тебя с зубами? Чё они желтые такие? Брат, или ты золотые вставил? Вопрос такой. Ой-ой-ой, пошло хорошо. Давай, братик, жги.
Ну, после такого я не знаю даже. Ну, тут пойдет еще, смотри-ка, а. Ну... А бойфренд сегодня петь будет? Не знаю, партийку, покажи, на что ты способен-то. Пока скибиди рулят, еще как. Имба. Чего? Там ФНАФ, что ли, был? Твою ж дивизию! 6 минут еще нам это терпеть! Я вообще не могу! Оу май, вот это волшебная музыка. Прям вообще отлично, отлично. А прочищает уши-то как, ребята? Боже мой! Честно, у меня уже уши болят, ребята. У меня уже уши болят. Они уже завернулись. Как у Шрека в трубочку, рили. Дай-ка я потише сделаю, пожалуй, ребята. А такой топовой модификации прям. Я ж думал на секунду, все. Ой-ой-ой. Пойдет, господи. Нормально, кваску попьем, ребята. Ну ты закончишь уже, нет, сколько? Это шедевр, это просто. Так, стоп, он закончил петь, боже мой. Плюс уши, конечно, ребята, тут часики и не должно другого. О, господи, закончилась песенка, что еще? Вы чувствуете это? Вы чувствуете? Так, ну вот это уже более-менее хотя бы по видео.
Ну, по сравнению с другими песнями, это... Один балл есть, точно. Ребята. Как говорится, вы в голосе. Молодцы, молодцы. Достижение получено. Вы выжили. Вы 7 минут продержались, пацаны. Я даже не знаю, этот видосик без перемотки вообще невозможно, мне кажется, будет смотреть на стриме. Это вообще тут надо паузу делать. Паузу делать, ребята, там. Осмыслить все это, подойти к окну, подумать долго. Типа, что вы только что посмотрели вообще? Что вы только что послушали? Дорогой дневник, мне не описать эту боль, во что я сегодня играл. Я скажу тебе так. Ура! Ура, ребята, поздравляю всех. Это еще фигня, говорят. Это, ну да, ну да. Могло бы быть миллиарды раз хуже. Ура! Ну вот такая вот модификация, ребята. Трэш мы тоже играем, ребята. Но там вышла интересная модификация, на самом деле, ребята, про Madness Combat, так что скоро она будет. Вот, она... Тут сравнивать вообще даже нельзя. Все, на этом все. Лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.